Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. У него конструкция в биороботе рептилоид играет ключа этого и выносит с тонкими копиями. Защищаемый физический биоробот защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Харальда в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Харальда поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Харальда. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Он показывает на голову, ничего не слышит. А что там над головой? Просит убрать эту установку Грея. Хорошо, даю команду сканеру. Сканер сканирует голову, сейчас полностью все тело Харальда, отключает эту конструкцию над головой до последнего чипа датчика импланта конвектора подключки. Пошел процесс. И эта конструкция выходит и отправляется в клетку-тюрьму. У него уши гул, в ушах от нее был глаза. От нее гул был в ушах, да? Свист. Хорошо. Отлично. Нашли уже одну причину. Вывели. В клетке конструкции. Сейчас. Хорошо, даю команду. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Харальда под ногами. 360 градусов вокруг него. Заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Харальда. Находит все. Он дал согласие. Дал согласие. Хорошо. Ну, рептилоид, 2 Грея вышли. Конструкции сразу. Считай цифру репта над головой. 89. Хорошо. Лаборант. И 2 Грея. Хорошо. Еще кто? Красный дракон. Красный дракон. Суккуб. И демон. Какой демон? 12. И демон 12 герцовый. Совсем будем разговаривать. Особенно с рептилоидом и Греем. За эту подключку к биороботу на физическом плане. Грей, вы перешли все границы. Я сегодня всю картину установлю. Если вы убивали человека, на что очень похоже, в моих руках появляется живая плазма, 1, 2, 3, то я намерен нет, вам... Нет, мы не жестокие, Грей. А мы проверим, Грей, какие вы жестокие или нет. Возвращая в себя, в меня уходит эта живая плазма. Мы проверим сегодня все. И вы мне объясните за этот свист в ушах человека, который его преследует с детства. Сколько вы находились в биополе? Переговаривается, потом считает. 47 децибель. 47 лет. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. И я даю команду тонкой копии Харальда спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в его биополе. 1, 2, 3. Каналы выстроились, в сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой аборационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Харальду. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Посмотри, Вера, что возвращается в конструкцию? Ну, вообще возвращается как память. Его картинки идут. Он чувствовал эту конструкцию, как ее установили, тряс головой. Это уже насилие над душой. В игре приблизились... Он говорит, нет, что-то, это познание человеческого биоробота. Нет, я сегодня установлю эту конструкцию в тебя и буду познавать тебя. И изменения в течение всей его жизни. Дело в том, что в нашем... понятие, время течет по-другому. И вот это является для тебя какой-то объективной причиной оправдания своего криминального поступка? У тебя есть контракт с ним? Он тебе давал разрешение на эксперименты над ним? Не повторить вопрос? Нет. Все, контракта у тебя нет. Значит, ты здесь находишься 47 лет нелегально. Значит, это живая плазма. Она тебя дождется сегодня в конце сеанса, Грей, вместе с рептилоидом. Вы уйдете на свою чистоту, но вместе с ней будем разбираться.
Итак, Вера, что у нас идет с реверсом? Я посмотрю, что у вас еще в конструкции, что вы украли. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Харальд забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Харальд себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Все родные энергии. Все пошло назад мощным потоком. Демон, сколько ты находился в биопуле? Да что я там находился? Это всего ничего. Какие-то 5 лет. Это верно, это ничего. 5 лет. Это ты там ломился, стучался, чтобы тебя выпустили? Не давал человеку спать? Слышал, да. Ну, услышал, иначе бы ты не стоял. Он не стоял здесь. Я так полагаю. А что перекрыл мне кислород? Ну, конечно, перекрыл кислород. Хозяин дал указание. Зябко мне от ваших лучей. Да что там зябко? Хорошие вкусные лучи. Нехорошие. Ну, реакции. Хорошо, демон, 5 лет. Расскажи мне, есть ли лярвы в его биополе? Есть лярвы, да, есть. И что, интересуют они тебя? А что, даже лярвы отдашь? Ну, если дашь интересует. Мне какие-то ценные информации мне дашь, которая поможет ему избежать твоей подключки в следующий раз и расскажешь, на какие частоты ты зашел. Может, это крик был, может, скандал, может, что-то, мысли какие-то. Алкоголь. Алкоголь. Хорошо. Ты на алкоголь зашел. Ты успел с ним контракт сделать? Нет. Ну, хорошо. Значит, будет тогда меньше головной боли. Хорошо. Суккуб, сколько ты находился в биополе? 3 года. 3 года. Хорошо. Красный дракон, цифры над головой? Суккуба привел демон. Демон привел. Хорошо. Демон чтобы понял. Чтобы веселее было в алкогольном опьянении. Вот как. Ну, это звучит логично, в принципе. Да, хорошо. Итак, красный дракон, какие у нас там цифры? 844. Сколько ты находился, красный дракон, в этом биополе? 7 месяцев. Хорошо. На что зашел? Как получилось? Что-то на тебя притянуло? Показывает? Показывает. Хорошо. Я не знаю, что он говорит. Какие-то слова. Красный дракон наблюдал за ним и запрыгнул. А какие-то слова были? Какой там смысл был этих слов? Это на эти слова запрыгнул? Или ты запрыгнул на то, что он говорил, выплескивал энергию? Что это было? Или это был какой-то эгрегор? Нет, это чувства. Хорошо, какие это чувства были? Мне забота. Ты зашел на ту эмоцию, которая забота называется, на эту вибрацию. Да, я маленький, мне нужна забота. Ну, не совсем энергии. Не совсем ты и маленький. Мы встречали и поменьше. 10 раз, чем ты. Энергии и заботы мне нужны. Понятно. У тебя есть какой-то договор с ним? Или ты обманом вошел? Нет договора. Хорошо. Ждем окончания реверса. Что там вернулось, Вера, с конструкцией? Ты посмотри, пожалуйста. Были ДНК? Нет, там были счастье, радость. Эмоции они воровали, да? Ну, позитив какой-то, светлый. Хорошо. Тоже картинками вернулись, то есть на протяжении всего времени. Закончился сейчас, реверс? Сейчас, подожди, реверс закончился. Там, знаешь, какая-то еще как блокировка памяти вот этих хороших событий была. А где она сейчас? Вернулась к нему. Радостные события, на которые он мог опираться. Они у него заукрали еще и воспоминания приятные. Да. Ой, вот же ж. Я не знаю, Грей, я не знаю. Но это ненормально, то, что вы творите. Вы реально приближаетесь по своему деспотизму уже к ящерам и к гуманоидам. А те... Ладно. Не будем отходить от темы, поехали дальше. У нас реверс закончился, да? Да, реверс закончился. Эта конструкция делала его роботоподобным одно и то же. Рутина, да? По кругу ходил. Одни и те же реакции, одно и то же. Никаких изменений. Последние годы. Ну, я не знаю, какие последние, если они 47 лет сидели. Хорошо, начнем с Грея. В Грея выходите. Еще что-то осталось? Посмотрите, Грея, в биополе. Нет, вывели все. Все убрали. Хорошо, красный дракон, выходи, вытаскивай все платы. Где твои платы стояли и как они работали? В сердечной чакре. Хорошо. Поглощал энергии, заботы, добра. И как он себя вел, когда ты поглощал эти энергии? Что он ощущал? Пустоту.
Смотри, доброта и забота, к кому была направлена, она не доходила до этого объекта, она оставалась в драконе. Дракон забирал все эти энергии, а получается, Харальд не чувствовал обратную связь, и у него пустотой это отзывалось. Дракон, а зачем такое делал? Ты же знаешь, что это запрещено. Очень трудно найти заботу. Хорошо. Появляется в руках печать дракона. Нет, он не хочет. Что ты не хочешь? Ну, надо же отвечать за свои поступки. Или как ты это думал? Или ты думал, ты пришел, забрал и ушел, и ничего не будет? Или как? Какой же ты урок из этого получишь? Надо отвечать за свои поступки, включая печать на полную мощность. Он просит остановить, он понял, что влез в чужую цивилизацию. Выключая печать. Вот только сейчас ты понял, что ты влез в чужую цивилизацию. Выходи, красный дракон, вытаскивай все свои платы, ничего не забывай. И возвращайся в клетку. Ты не просто влез, ты забрал право у человека распоряжаться своими собственными энергиями. Это нарушение закона мироздания. Он все снял. Хорошо, суккуб, выходи, отключайся, вытаскивай все свои ленточки, ошейники снимай, что у тебя там стояло. На руках ленты. Ну, суккуб тяжестью отражался, да? Где он, на груди там был или где он? Он его дергал хаотично, то есть здесь идет тройное такое действие, это опьянение, музыка и вот эти сексуальные какие-то желания. Ну вот, демон же и сказал, ему взял, потому что веселее было втроем. Вы именно в этой позиции. Демон начинает, а оркестр подхватывает, правильно? Правильно. Хорошо. Все снял суккуб. Хорошо, демон, мы все разгребли. Давай, выходи, сначала вытаскивай, отключай все, что ты оставил на месте. Доложи мне, я дам тебе разрешение забрать лярвы. Приступай. Где он отключается? Ноги? Качели. Качели уже поставил, понятно. Ну, за 5 лет, конечно. И гамак можно поставить. И кровать. Утяжеление у него на ногах стоит. Но это все чувства усиливались, которые вот эти все производили. Это все он усиливал и все собирал внизу, весь негатив, который течет. Да, они стекали в руки, в кулаки, я бы так сказала. И ноги тоже низ, ступни, ниже колен. Все у него. Понятно. Все снял. Хорошо, демон. Разрешаете забрать лярвы? Где они находятся, Вера, посмотри. На шее. Черные? Подожди, я посмотрю, что это. У него мысли были нехорошие. Повешаться. Ах, вот как. И вот это оно манифестировалось там? Или как это понять? Это один раз было или это много раз? Это накопление чего-то? Или как это понять, демон? Ты вел его к этому? Да, в глубоком опьянении у него были мысли такие. Понятно. То есть, когда уже бессознательное почти состояние, тут ты уже на полную громкость включал свою музыку. Получалось так, что он понимал, что происходит, хотел убежать от этого. А, ну понятно. От этого никогда не убежишь. Вернее, убежишь, но будет намного хуже потом возвращаться назад. Может занять и столетие. Опасная игра, конечно, демон, опасная игра. Высокая квалификация, хоть и 12 герц, но я смотрю, вы здесь с кубом хорошо гуляли. Хорошо, забрал он лярвы? Он все показывает, но видел он его не 12-герцовым, а очень страшным. А он мог тебя видеть? Да, в алкогольном опьянении он его видел и слышал. А, так ты с ним мог общаться даже. Это ты ему, значит, говорил все, да? Он показывает, как он его видел. И кем он страшнее становился, да? Или кем он был? Дьяволом. Дьяволом даже. Ух ты. Ты посмотри. Какая визуализация. Он собрал лярвы. Хорошо. Демон, тебя еще интересует эмоциональный фантом? Интересует. Хорошо. Дойдет время, я тебе его отдам. Поехали дальше. Все забрали. Даю команду на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Подхожу к Харальду, помогаю моей энергии сделать импульс высокоаббрационного шокового удара на счет 3 и отсечь все каналы к интерферентам и их подключкам. 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы. Открывается портал в галактическое ядро, каналы улетают на переработку. Закрываем, опечатаем, растворяем. Готово.
Выходит эмоциональный фантом Харальда и проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкие вибрационные эмоциональные энергии. Проецируется на его эмоциональном фантоме. Вышел фантом. Много? Много. Харальд, вы готовы расстаться с этими энергиями, которые вы сами произвели? Да. Хорошо. Демон, скажи мне, какая-то из этих энергий является основной, ключевой? То, что рутина. Рутина. Хорошо, сворачиваю в шар. Забираешь? Да. Отправляю демона. У него бывают моменты, когда все надоело. Ну так надо выйти из рутины и поменять что-то, наверное. Может быть, я так думаю. Мы закончили. Готов уходить? Готов. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. И демон забирает все, что принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатывая, растворяя. Есть. Суккуб, готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. Суккуб забирает все, что принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатывая, растворяй. Есть. Хорошо, красный дракон, если ты все понял, я хочу получить у тебя слово красного дракона, что ты больше никогда не придешь. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. 1, 2, 3. Красный дракон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатывая, растворяя. Готов. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Слушаю тебя. Я приветствую тебя. Посмотри, пожалуйста, я тебя никогда из-за Греева рептилоида не вызывал, но здесь случай. 47 лет он сидел. Конструкция на голове была установлена, в которой постоянно писк стоял, высоковибрационный в ушах. И, ну, конечно, никто не мог помочь. Я не знаю, насколько они перегнули планку. Есть ли еще что-то? Посмотри, пожалуйста. Как правило, в таких ситуациях может быть какая-то связь с родителями. С его родителями? Да, мы заберем их. Хорошо. Конструкцию тоже. Хорошо. Конструкцию это подключить до конца, если что-то идет, какая-то связь дальше. Благодарю тебя, Али. Мы все забрали оттуда. Забрали все. Хорошо. Клетка у нас пустая. Посмотри, пожалуйста. Пустая. Отлично. Поехали по частотам. Готово. Пусть тонкая копия Харальда вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 500. Поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Харальда до значения 500 Гц. Пошел подъем. Для него важно спокойствие. Он не хочет, чтобы его беспокоили. И его душ тоже. Он хочет отдыхать душой. А что ему доставили? Хорошо, синхронизируется энергия и вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. И что для его души является отдыхом? Гармония внутри. Он как будто изнутри смотрит на этот мир. Он отдыхает в этой жизни. Его душа отдыхает. Но можно отдыхать и без демона и суккуба в компании. Согласен. Хорошо, мы закончили вашу чистку. Харальд, как вы себя чувствуете? Безмятежно. Замечательно. У нас остались ваши 10 вопросов к куратору. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики.